Сейчас все настроим. Тысячу лет не вел эфира. Даже забыл уже, как это делать. Да, вот теперь я в эфире. Теперь все нормально. Сейчас еще Инстаграм подключим. Всем привет. Всем привет, всем привет. Неожиданно, наверное, увидели меня, испугались и убежали из эфира. Ну, пишите, как у вас дела, из какого вы города присоединились. Сколько время в вашем регионе? Это тоже мне интересно. Сегодня у нас будет тема разбор. Точнее, не разбор, а буду рассказывать про курсы. Без воды постараюсь как можно быстрее это сделать. Оренбург, Москва, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Сейчас еще 3 минуточки, подключим Инстаграм и начнем вещать по теме. Тверь. Привет, привет, привет. Понаделали разных аккаунтов во всяких инстаграмах, что теперь запутаться можно. А, нет, сейчас. Балахна, балахна. Это какой регион? Какая область? Впервые слышу, если честно, о таком населенном пункте. Украина, Запорожье. Здравствуйте, Нижегородская. Понятно. Так, в общем, я подключил Инстаграм. Все. Подождем немножечко. И начнем. Для многих странно вообще видеть меня, кто-то видит меня вообще впервые, даже не знает, кто я такой. Вот я сооснователь школы, мы вместе с Ириной ее сделали. Здравствуйте, Альнара. Инстаграм, привет. Все, кто подключается, здравствуйте. Вот. Инстаграм, напишите, с какого вы города подключаетесь, сколько времени у вас в вашем регионе. Я не знаю, напишите, как погода, если хотите. Мне интересно. Так, давайте я представлюсь. Москва. Отлично. Давайте я представлюсь. Меня зовут Спартак. Как я уже говорил, я основатель школы. Сооснователь школы. Да, мы вместе с Ириной ее запустили в 2016 году. Я отвечаю за всю техническую часть, за всю, скажем, продуктовую часть, да, так, чтобы вы получали продукт, то есть получали курсы, получали обучение максимально эффективно, максимально классно. Так, читаю Инстаграм, Новосибирск, Нижний Новгород, Владимир. Классно, классно. Вот. Почему сегодня я вышел так экстренно, да? Почему не Ирина? Почему мы сегодня не рисуем, а слушаем про курсы? Потому что произошла не очень хорошая вещь, да? Ну, мы приболели. Сначала я болел 2 дня сильно, как овощ лежал. Потом вот Ира следом за мной заболела, да. И поэтому я уже получше себя чувствую и решил заменить Ирину, чтобы эфирное время не терялось, вот, и чем-то полезным. А полезным это вот как раз рассказать про курсы. Вы очень много задаете вопросов, практически одних и тех же, и многие не понимают, какая разница, допустим, между клубом мастеров и так далее, да, и что лучше взять, базовый курс и клуб мастеров. Ир, тебе желают скорейшего выздоровления. Альнара, Наталья. Вот.
Поэтому, да, спасибо большое. Вот, люди задают одни и те же вопросы, вы задаете одни и те же вопросы. Я решил вот в таком вот эфире сразу на все на эти вопросы ответить. Вот, постараюсь как можно короче это сделать. Что сегодня будет, да? Сегодня я расскажу про базовый курс, про курс ботаника, про клуб мастеров и про те курсы, которые туда входят. И что вообще туда входит, в чем отличие, цены. И расскажу про классное предложение, которое вот мы приготовили сейчас для будущих участников 20-го потока базового курса. Вот поэтому ставьте лайки, если хотите классный продуктивный эфир, и мы с вами начнем. Тебе все желают, Ир, скорейшего выздоровления. В общем, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто есть участники марафона здесь присутствует. Ир, спасибо за хомячка. Поставьте, пожалуйста, кто у нас сейчас участники марафона присутствует на этом эфире. Оксана, спасибо тоже за хомячка. Так, Вирджиния, Наталья, Алена, Исмира, а нет, Лилибет, не успеваю читать, извиняюсь, конечно, но вижу то, что плюсики есть, то есть участники есть, отлично. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто, помимо этого, еще участник клуба, вот это тоже важно. Так, плюсик. Ставьте плюсик, кто участник клуба. Так, Наталья, да, знаю. Вирджиния, 100% знаю то, что вы участница клуба. Может быть, кто-то еще. Так, ладно. И поставьте плюсики, кто проходил у нас базовый курс. Вот это мне особенно интересно. Сегодня не так много участников на эфире, но я думаю, что все же выпускники нашего базового курса есть. Так, Наталья Синица проходит базу, а Вирджиния сейчас или прошла базу? Так, Вирджиния проходит базу. Наталья, плюсик, ну, 15-й поток, класс. В чем разница? Вот я сегодня расскажу. Видите, Мария не увидела разницы сразу. Сегодня расскажу вообще, в чем разница и зачем вообще покупать клуб, да, нужен ли он. Вот. Сегодня все это. Так, Светлана проходит. Супер, супер. Здесь есть сегодня все, кто у нас каким-либо образом участвует в наших движениях, в наших мероприятиях, которые мы организовываем, и курсах, соответственно. Супер, супер. Ладно, поехали по теме сразу. Чего уж кота тянуть, как говорится. Итак, что такое базовый курс? Вот вообще, что такое базовый курс? Если изначально разобрать, что такое базовый курс, то получается очень интересная история. Когда мы только запускались, базовый курс – это были всего лишь уроки. То есть всего лишь уроки, записанные, и они высылались на почту. Вы регистрируетесь, оплачиваете и получаете урок. Выполняете его, скидываете Ирине, она проверяет, отправляет вам обратную связь, открывается следующий урок и так далее. В этом особо эффекта не было, потому что там из 20 человек за первый месяц до конца курса дошла одна девочка. Вот. И это нас очень сильно расстроило. И мы начали искать такую систему обучения, которая могла бы, скажем, не просто дать информацию, а дать результат. То есть для нас это было важно, ну и сейчас это важно, соответственно, поэтому и результаты такие наших учеников, выпускников. И
нашли такую систему, нашли ее, внедрили. И когда мы только внедрили, курс шел 28 дней. Каждый день мы давали какие-то задания по саморазвитию, по монетизации творчества и, соответственно, по мехенде, да, по рисованию. И еще задания по вдохновению. Вот. Мы выстроили систему образования, ну, вообще получения этой информации таким образом, то что если ее проходить, там, когда вы доходите до конца, практически просто невозможно не получить результат. Вот, то есть вы заходите на курс, и выполняя все задания каждый день, вы 100% получите результат. Вот. Вы не можете не получить результат. И в этом, наверное, самое главное преимущество базового курса перед вообще всеми остальными курсами. И я даже так скажу, у нас были девочки, которые говорили то, что это самое крутое онлайн-обучение, которое я когда-либо проходила. Нет, не с седьмого потока, не с седьмого потока. Мы начали с самого первого потока внедрять эту систему. Вот, 28 дней тогда с самого начала. Ну, как бы самый первый вариант был. Сейчас курс идет 52 дня, 51 день. Вот, и, ну, там уже большая такая, большие изменения внедрены, получается, там предварительный курс есть, основа мехенди, который входит в базовый. Есть неделя на, там, проект выпускной, ну, в общем, это уже детали такие, если хотите, я в конце об этом, к этому еще вернусь, об этом расскажу более подробно. Вот, сейчас мы дальше пойдем. Вот, и что хочу сказать по поводу курсов, да, по поводу базового курса. Он был уже тогда, то есть уже тогда люди говорили, если бы такая система обучения была, допустим, в университете, наверное, бы я сейчас работала по своей специальности. Вот. И это правда. И это правда. И я вообще мечтаю о том, чтобы когда-нибудь такая вот, ну, скажем, такая система обучения внедрялась в разные профессии. Это очень круто. Вот. Но давайте больше поговорим, наверное, про результаты участников этого обучения. В общем, да, была такая проблема, и сейчас она есть. Очень много бесполезных курсов, таких слабых курсов, которые чисто информационные, не дают результат. И эта проблема, она как бы, ну, актуальна. Лусана Мехенди, я тоже так говорю, самое крутое онлайн-обучение. Вообще спасибо. Инна Сухова тоже говорит, согласна полностью, крутая школа, я в восторге от курсов. Супер, спасибо, это очень радует, это очень приятно слышать. Сейчас, секундочку. Хочу открыть и показать вам работы. Я недавно делал подборку для сайта. Недавно обновили наш сайт, и я делал подборку. Сделал специально такие вот картиночки, которые показывают результат до обучения и после обучения. Сейчас я вам буду показывать. Я очень высокотехнологичный, показываю именно вот так это все. Да, класс. Еще получается и зеркально отображено. Но я думаю, здесь видно, да? Поставьте плюсики, если вам видно и вам понятно. Это работа нашей ученицы Юлии Шамбаловой. Вот это ее работа до... То есть это самая первая ее работа до начала обучения. В конце обучения, когда уже она прошла базу и про, она сделала вот такой проект. Вот такой проект. Видно вам? Вот. Ну, я думаю, то, что видно. Вот. Это Юлия Шамбалова. И она говорит то, что она была даже на обучении у какого-то крутого мастера по... мейкапу в Москве, то есть это офлайн обучение, она говорит, ну, такая лажа по сравнению с вашими курсами, с вашей школой. Говорит, я вообще после, ну, вашей школы уже, ну, ничего
такого особенного в других местах, где дают обучение, не видела. Вот, и это на самом деле правда. Сейчас я покажу еще пару работ. Не помню точно фамилию этой девушки. Точно зовут Екатерина. Вот это работа ее до обучения. То есть это она сама где-то пыталась обучаться, что-то делала, ну тоже. Как бы человек искал что-то нормальное. Вот. Вот это уже после обучения, после базового курса. Это, в принципе, ее проект. А? Екатерина Хабарова, вот мне Ира подсказывает. Вот. Такие вот результаты. Ставьте лайки, если вам нравится. Вот. Есть у нас такая замечательная ученица, завсегдатай нашего онлайн-чата, которая всегда ответит вам на все вопросы. На самом деле очень активный человек. Это Эля Рожкова. Вот это вот ее работа до обучения. Вот эта работа, так она рисует сейчас. То есть тоже очень сильно заметен рост. Сейчас покажу еще пару работ и перейду к особенностям тоже базового курса. Так, вот это вот Марина Деркач. Результаты Марина. Вот это вот она рисует так сейчас, да, после базового курса. И вот это до обучения. Так она рисовала до обучения. Вот. И последнюю покажу. Сейчас, секунду, грузится. Блин, не помню. Не помню, кто точно. Прошу прощения, то, что не помню автора работы. По-моему, Анна Ткаченко. Но это не точно. Извиняюсь, если не точно сказал. Вот, это результаты до обучения, то есть, это, ну, или там в самом начале обучения, да, базового курса. Вот это вот, насколько я знаю, человек уже ботанику нарисовал. То есть, уже после базового курса и ботаники. То есть, если увидите, работа достаточно такая оригинальная, интересная, необычная. И классная, да? В принципе, вот, это что касается результатов наших учеников. Мы ими очень гордимся, у нас там больше 600 отзывов ВКонтакте, мы их читаем, очень сильно вдохновляемся этим. Вот. И мы решили делать настолько круто, насколько не делают вообще никто. То есть мы задались такой целью, и я думаю, нам удалось этого достичь в какой-то степени. Вот. Да, то есть много... У всех в основном в интернете какая проблема? Информации много, много воды, много курсов чисто информационных. Люди покупают эти курсы и забрасывают. Нас это никогда, ну, нас никогда не интересовал вопрос продать побольше курсов. Нас интересовало, чтобы как можно больше людей дошли до конца наших курсов и получили классный результат. Тогда они сами расскажут о том, что курс классный, и нам не придется заморачиваться с рекламой. И, в принципе, у нас более-менее это получается, по крайней мере. Мне так кажется. Я так чувствую, да? Я так вижу. Вот. И что еще было важно для мастеров? Что мы поняли в процессе, да? Важно не только даже само получение результата. Важно еще очень много разных составляющих. То есть, вообще, в принципе... Обучение, современное онлайн-обучение, оно должно состоять из очень разных элементов. Один из этих элементов – это социальная составляющая. То есть внутри самого потока курса люди должны общаться друг с другом. Потому что хочется обмениваться результатами, которые вы получаете, хочется... заряжать друг друга, да, энергией, обмениваться энергией в том числе. Хочется получать обратную связь
от профессионалов, то есть от людей, которые уже прошли путь мастера Мехенди, то есть от там нуля до мастерства, до уже там каких-то денег хороших. Вот, у вас получается. Супер, супер. Спасибо. Что еще хотел сказать? Да, и когда мы совершенствовали курс, мы его 5 раз изменяли. Мы его 5 раз доделали, и вот недавно был 5-й раз как раз, когда курс там увеличился до 51 дня. Ира говорит то, что мы уже даже не забыли, какой раз мы его меняем. То есть много достаточно. Вот, но суть в чем? Есть разные элементы, как бы как в совокупности, которые дают классный результат. И после этого обучения, как бы вообще в принципе у людей меняется жизнь. Многие нам писали о том, что там получила, ну как знаете, как глоток свежего воздуха. То есть человек живет, начинает там втухать, чувствует то, что нет ни вдохновения, ни мотивации, ничего вообще там, в какой-то степени чувствует, что деградирует, да, там, боится начать что-то делать, вот, и начинает проходить этот курс, и вообще там новые горизонты открываются, то есть вдохновение, свежий взгляд на жизнь, что прям вообще хочется жить и наслаждаться жизнью и вообще что-то менять в своей жизни. Вот. И такие отзывы есть, вы можете почитать. Если хотите, там в конце эфира мы сделаем сторис, ВКонтакте сделаем пост там, с ссылкой на все отзывы, и если хотите, почитайте отдельно. Вот. Но это что касается базового курса. В действительности я могу до бесконечно о нем говорить, потому что он реально очень насыщенный и классный. Вот. Даже не в потоке, если его проходить. Вот. Тем не менее, идем дальше. Да, кстати, вот еще такой момент. Когда в мае, когда мы были в Киеве, мы там встречались со всеми мастерами, на конференции, да. Когда мы встречались со всеми мастерами на конференции, мы что-то разговорились с Натальей Бородиной как раз по поводу школы, что она думает вообще. И она сказала то, что она в шоке. Она в шоке от того, что люди за 2 месяца достигают таких результатов, которые, ну, которым даже она сама шла там, ну, достаточно долгое время. Вот. Ира сама до этого об этом говорила, но вот мне кажется, когда Наталья об этом сказала, это реально очень сильно вдохновило нас еще больше. Вот. И, ну, если кто не знает, Наталья Бородина – это очень крутой мастер Мехенди, одна из... Мастер России. А? Топовый мастер России. Вот мне Ира постоянно что-то России говорит. Гаспина. Да, можете загуглить, посмотреть Гаспина мастер, посмотрите ее работы, очень крутые. Вот, да, и она говорит то, что ребята, вы делаете очень круто. Вот. Что касается ботаники, ботаника это курс, когда он относительно новый, то есть мы его сделали в апреле 2017 года, вот, он, скажем, тоже претерпел свои изменения, вот, и тоже работы. Ира, покидай мне, ну ладно, я сейчас зайду просто в группу. Сейчас я тоже вам покажу пару работ с ботаники последних. Давайте так, с третьего потока ботаники, потому что четвертый еще не все выложили. Вот, что касается ботаники, это самый красивый курс, который мы когда-либо делали. То есть Ира когда-либо делала, да? Это реально у девочек просто получаются шедевры.
Вот эта работа мастера из Ессентуков, это Мария Сидельникова. Вот такую красоту она делает. Сейчас еще покажу эту же работу. Такие вот вещи. Вот. Это результаты тех, кто прошел базу и ботанику, потому что, ну, вообще, скажем, ботаника – это курс для уже более подготовленных мастеров, которые уже знают базовые элементы, знают там основы композиции, вот, и умеют составлять свои дизайны. Так, сейчас еще пару работ покажу. Здесь на самом деле много работ, и хотелось бы каждую вам показать, но покажу такие самые интересные, на мой взгляд. Вот, допустим, есть такая работа. Видно? Ольга Малкова ее рисовала, она рисовала ее на себе. Вы можете себе представить, то есть человек сам себя на груди рисовал. По-моему, это огонь вообще. Вот, еще есть вот такая работа. Тоже работа нашей выпускницы Любляны Панашевской. Ну, возможно, вы видели ее на одной из афиш когда-нибудь у нас. Или в постах в Инстаграме. Вот такая, сейчас покрупнее покажу, чтобы было видно, какой там дизайн. А то показываю, может, дизайн даже не видно. Сейчас, вот. Ну, это да, это вообще огонь. Это прям топ. И последнюю покажу, чтобы не затягивать эту тему с ботаникой, потому что работ очень много, и в действительности тут даже говорить нечего, нужно просто показывать. Вот такая вот работа Валентины Куларшины. То есть тоже там пионы, насколько я понимаю. Да, пион. Вот в такой композиции. Выглядит тоже очень круто. Научитесь рисовать после курса ботаника. Такие дела. Такие дела. Вроде все про базу ботанику. Остальные курсы какие у нас есть? Есть курс арабский стиль. Ну, тут вроде все понятно, да? В арабском стиле есть арабский стиль. Работы показывать не буду, потому что их пока не так много. Хотя может показать. Показать работы? Напишите плюсик. Поставьте плюсик, если хотите увидеть работы по арабскому стилю. Еще есть у нас курс Animals. Вирджиния вот говорит, Animals крутой. Да, он прикольный. Там есть стилизованные животные в мехенде и реалистичные животные в мехенде. Но опять же, это курс для более продвинутых, для тех, кто прошел базу. Есть у нас курс Чакры. Это медитативный курс, он больше имеет такой развлекательно-психологический терапевтический характер. Вот это я загнул. Но он действительно, многие, кто его прошел, в отзывах писали о том, что имеет терапевтический эффект и знания, и сам процесс медитативный. Вот. Ну что, чакры – это чакры. Вы просто рисуете там чакры, вы рисуете как это? Мандалы. Ну, чакры, мандалы и симметричные композиции. Вот, вспомнил слово симметричные. Да, есть, там еще есть акварель, но это секретик. Это как бонус. Так, 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 так. У меня тут все-таки просят показать вовсю арабский стиль. Что у нас здесь есть? Сейчас покажем. Сейчас покажем. Есть вот такая вот работа. Нарисовала ее Слепенко Наталья. Сейчас загрузится. Загрузится, я вам покажу.
Ну, вот, наконец-то. Такая работа. Это арабский стиль. Улхенна, привет. А что за тема? Привет. Сегодня рассказываем про курсы, которые у нас здесь есть. Так, 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 так. Сейчас еще из арабского стиля кое-что покажу. Ну вот, например. Алена Истомина рисовала. Такая вот работа. Так, и еще одну последнюю покажу. Да, вот рисовал Екатерину Кваршину. Такая. Сейчас приближу, покажу дизайн сам. Такой дизайн. Вот это арабский стиль. Вот. И на готове еще Африка. Африка. Она уже снимается, и участникам клуба доступны все курсы сразу. Спартака рисовать будем. Сегодня рисовать не будем, потому что рисовальщик, главный, у нас приболел чуть-чуть. Потому что рисовальщик овощ. Так, и что еще забыл рассказать? А, про клуб. Про клуб, вот я начал как раз. Что такое клуб мастеров? Что такое клуб мастеров? И надо ли его покупать вообще? Клуб мастеров. Вы знаете, там настолько много всего, что я даже зайду сейчас на сайт и просто с сайта буду как подсказки смотреть. Потому что там действительно у меня просто даже в голове не умещается, насколько много всего мы даем на... участникам закрытого клуба мастеров. Так. Вирджиния спрашивает, очень хочется на Африку, даже не знаю, как лучше быть в клубе или потоком пойти. Привет, Тань. Про что вещаешь? Да про курсы вещаю, про наш. Да, клуб мастеров. Что туда входит? Первое, это доступ ко всем курсам ежемесячный. Вот, то есть вы покупаете доступ в клуб и имеете сразу доступ ко всем курсам. Представляете, вот все, которые я перечислил, вы к ним имеете доступ. И что еще входит в клуб, да? Есть отдельный тренинг, который называется «Секта Мехенди». Не «Секта Мехенди», а мы переименовали ее в «Клуб Мехенди», потому что не все понимают, и многие так побаиваются, что за секта. Но это на самом деле шутливое название. Вот. Что туда еще входит? Вот в этом тренинге «Клуб мастеров» отдельно каждую неделю проходят эфиры, на котором Ирина лично разбирает ваши работы и понимает, ну там в действительности уже прописаны темы на 2 месяца. Вот о чем общаться. Татьяна, очень хочу в клуб, но пока финансово не могу. Ничего, копи. Нужно повышать свой уровень дохода от Мехенди, чтобы клуб. Чтобы быть в клубе, и, соответственно, когда ты туда зайдешь, у тебя твой финансовый уровень еще вырастет, потому что есть еще одна очень крутая штука, про которую
я сейчас расскажу, которая входит в клуб. Сколько стоит в клуб? Позже я скажу, сколько стоит в клуб, ну, вообще участие в клубе. То есть разборы ваших работ, да, один раз в неделю. Есть еще такая штука, как база мастеров по городам. Сейчас я покажу, как это выглядит, и вы вообще офигеете, как это круто, потому что так еще никто не делал. Такого вообще ни в одной сфере бьюти-красоты такого нету. Бьюти-индустрии, извиняюсь. Это просто огонь. Нет, такого точно нет. Я узнавал. Есть такой вот сайт. Он называется «Мастерами Хенди». Вот, он выглядит по-разному на мобильных устройствах и на с веб-интерфейса. Вот. И здесь есть такая поисковая строка. Сюда вы вводите город, например, ну, кто у нас есть? У нас есть, к примеру, Тольятти, город Тольятти. Да, меня интересует Мехенди в Тольятти. Вводим, и что мы видим? Мы видим мастера Амира Нуруддинова. Это как участника клуба мастеров. Понимаете? Нажимаем сюда. И что мы здесь видим? Здесь есть Амира, и она рассказывает здесь про себя. То есть у нее цена 300 рублей. Нужны модели для Мехенди, участвую в ТФП-съемках. Опыт с 2015 года. То есть это некая база мастеров, которую люди ищут. То есть к нам очень часто обращаются по поводу «Посоветуйте мне мастера Мехенди в Москве». И мы обычно кидали в чат. Кидали в чат, и там уже девчонки, кто взял, кто не взял, вообще непонятно, что с этим человеком дальше произошло. Потерялся он, не потерялся, получил он услугу, нет. Вот. Но мы решили, чтобы было более качественнее, и чтобы было понятно, а все-таки, чтобы был выбор, скажем, чтобы человек сам выбирал, кому он хочет. То есть здесь еще, вот, к примеру, возьмем кого-нибудь. Ну, вот Наталью Косогор, Юрга. Здесь еще есть работы. Работы и контакты, соответственно. Можете связаться с этим мастером, там, пообщаться с ним, чай попить. Вот там, нарисовать у него Мехенди. Понимаете, да? То есть это вообще... Здравствуйте, можно с вами чай попить? Да. Это вообще очень круто. То есть, ну, такого никто не делает для своих учеников, ни для участников клуба никакого. Вообще нет такого. То есть это реально новация наша. Вот. Помимо этого, что еще получают участники клуба? Они получают один раз в два месяца посылку, коробочку, в которой будут оригинальные вещи для мастера Мехенди. То есть это по-любому материалы какие-то. И еще какие-то дополнительные плюшки, которые будут очень приятно получать. Мы просто увидели, какую реакцию получили девушки на HennaCon, когда получили свои вот эти вот боксы. Да, на Henna Weekend, когда получили вот эти боксы, сколько там визгу было, писку и счастья, радости, слез. Вот. И решили то, что будет круто, если люди каждые два месяца могут получать вот такие вот штуки, и это будет делать их счастливыми, и это реально очень круто. Блин, почему для предпринимателей нет таких клубов, я бы в него вступил? Давай сделаем. Отличная идея. Так, что еще? Что еще получают... получают клуба? Так, еще.
еще мы в будущем планируем, когда соберется определенная масса людей, то есть это там от 50 участников в клубе, делать конкурсы. Делать конкурсы. Это условно, есть вот, допустим, конкурс чемпионаты по маникюру, допустим, или чемпионаты по мейкапу. Там, даже я, насколько знаю, чемпионаты там по бровям, ресницам есть. По прическам, да. Мы такие же чемпионаты хотим делать для мастеров Мехенди. Для участников клуба участие в этом чемпионате будет бесплатным. Ну как, получается, за то, что вы участник клуба, вы, соответственно, получаете все вот эти привилегии участника клуба. Вот. Потому что это отличный инструмент для развития Мехенди в целом, как индустрии, потому что об этом мало кто знает. Вообще Мехенди не развивается, потому что нет никаких больших интересных мероприятий. В наших планах такие мероприятия делать. Что еще? Общение с мастерами, внутриклубное общение с мастерами, с нашими кураторами, с Ириной, да? Со мной, если хотите. Продвинутая монетизация. То есть есть в библиотеке у нас дополнительно открывается раздел продвинутой монетизации. Мы его еще будем дополнять. То есть сейчас вот новые темы по продвижению, которые приходят, которые я изучаю, я буду туда добавлять. Вот, потому что мир меняется все-таки и постоянно. Что-то новое приходит. Но, тем не менее, сейчас там уже есть о том, как упаковать себя в социальных сетях, по Инстаграму что-то есть. Есть там, по-моему, около 10 заданий по монетизации, которые вы дополнительно можете применить и монетизировать себя как мастер Мехенди. Вот. Ну и, соответственно, доступ к библиотеке и ко всем курсам. Сейчас я покажу, как выглядит сайт. Можете зайти туда, написать в директ или в сообщение группы, и мы скинем вам ссылку на клуб. Так выглядит сайт. Вот курсы, которые доступны. Базовый, арабский стиль, ботаника, чакры, animals. Так вот. Animals, искусство объема и африканский стиль. Вот эти вот три курса, искусство объема, индийский стиль и африканский стиль, они еще в разработке. То есть они становятся доступными сразу, по мере там выкладывания уроков, когда мы их доделываем. То есть мы, наверное, не будем теперь давать доступ к курсу, пока он действительно до конца не будет готов. Вот. Но участники клуба мастеров, они будут получать такую возможность. То есть они будут видеть вот эти вот курсы еще до их конечной готовности и выполнять уроки уже по мере вообще, в принципе, их появления. Вот. То есть первыми видеть вот эти вот обновления. Вот, все обучение происходит на платформе на нашей, все так же, в принципе, что на базовом курсе, что на ботанике, что вообще, в принципе, на всех курсах. Вступление в клуб ограничено по времени или можно... Ба-ба-ба. Сейчас я расскажу про специальное предложение. Мы наконец-то добрались до этого. Но перед этим специальное предложение – это про цены. Про цены и какие бонусы мы даем за... Сейчас. Там спросили, в любое время можно вступить. Я увидел вопрос, в любое ли время можно вступить. Да, в любое время можно вступить. Годовую подписку можно в рассрочку взять или только одним платежом? Там такая скидка, то что рассрочки это просто... Ну, если вы оплатите в течение 1-2 дней в рассрочку, то это имеет смысл. Вот. Вот сбился в смысле.
А, специальное предложение. Да, это про цены. Про цены. А, какие специальные предложения есть? Во-первых, я скажу так. Имеет очень большую разницу в том, если вы уже у нас учились, то есть в том, проходили ли вы базовый курс или не проходили базовый курс. Вот сразу скажу, для участников, для выпускников базового курса клуб мастеров – это офигенно. Это офигенно, потому что у вас есть наработанный темп рисования. И вы не будете, и вы не будете тормозить на курсах. То есть у вас не будет проблемы с скоростью, потому что доступ на один месяц к клубу, именно к клубу, доступ на один месяц. И как многие думают, что мы даем доступ к какому-то, вот сразу ко всем курсам, и чтобы вы сразу все успели за этот один месяц. Ну, это просто нереально, даже если вы целыми сутками без передышки будете рисовать. Это просто нереально. Доступ к клубу – это длительное отношение. Ну, это как вот... Абонемент, да. Ну вот, я не знаю, в детстве ходили на кружки, и здесь то же самое. Вы ходите, вы постоянно повышаете свой уровень, да. Но это эффективно, я говорю, только после базового курса в этом имеет смысл. Вот. И получение вообще всех тех благ, которые мы даем, имеет, в принципе, смысл только, наверное, после базового курса. Вот, потому что мастерства еще пока нет, и можете, ну, скажем, можете не очень хорошее впечатление получить, типа, вот, а там, плачу за клуб, а ничего не получила там, ну, потому что нету наработанного вот этого навыка рисования. Вот, и скорости. Это что касается клуба. Да, мозг закипит, все правильно, Алена. То есть это просто там столько всего в этом клубе, то, что нужно быть к нему готовым, подготовленным. Вот, и что касается цены. Сейчас цена 2500 рублей. И еще бонусом для тех, кто зарегистрируется до конца сентября, мы даем, присылаем вам один пакет хны сразу при покупке. То есть это такой бонус для того, чтобы вы еще легче приняли решение. На самом деле это просто офигенное предложение, которого глупо отказываться просто. Вот. Ну, для тех, кому надо, конечно же. Вот. Но есть еще базовый курс, да? И я что хочу рассказать как раз про базовый курс. И поставьте вот плюсик сейчас те, кто дошел до конца этого, ну, слушает с самого начала, и те, кто у нас вообще ни разу не обучался. Вот мне интересно, есть ли такие? Или там покупали основы, к примеру, или проходите сейчас марафон. Вот. Но базу не проходили. Есть ли у нас такие люди на трансляции? Поставьте плюсик. Так, Татьяна поставила плюсик ВКонтакте. Один человек. Так, Инна Иноземцева. Алена. Угу. Так, Мария, интенсив. Так, плюсик, Мумина, Хадиджа. Так, хорошо, я увидел, люди есть, отлично. Тогда для вас просто офигенное предложение, от которого очень сложно будет отказаться, и оно по своему... Купила курс базы, но он еще не начался. Так... Привет, у вас движуха, да. Блин, не успел прочитать, Ир. Я тоже интенсив начинала проходить, но не закончила. Начинала проходить интенсив, но не закончила. Так, Русланова, я на скетчинге. Отлично, отлично. Смотрите, специально для вас.
Я только сегодня мы это все упаковали, придумали, продумали. Только для вас. Специально. Базовый курс плюс ботаника и плюс два пакета хны с доступом на 6 месяцев, на полгода. Да? За, не помню цену, 7850 рублей, по-моему, если точно быть. В общем, я скину ссылку, зайдете и посмотрите. Вот, то есть базовый курс, который стоит минимум у нас сейчас 6000 рублей, ботаника, которая стоит минимум 5000 рублей, материалы, которые два пакета хны с доставкой стоят 1150 рублей, и все это, то есть там экономия порядка 5000 где-то выходит, и все это за 7850. Вот, но у этого есть такие ограничения. Супер, я вчера заказал их. Ну и что, будет еще хна? Чего плохого-то? Вот. У этого есть ограничения. Всего таких пакетов 20. Почему? Почему мы сделали такое ограничение? То есть, зачем мы его сделали? Ну, во-первых, да, много не мало, все правильно. Хны много не бывает, вот здесь в Инстаграме подсказывают. Зачем мы так сделали? Ну, во-первых, для самых предприимчивых и для, в первую очередь, конечно же, участников марафона. Потому что мы очень приветствуем и очень благодарим тех людей, кто у нас вообще вписывается в какие-то наши движухи впервые. И мы хотим сделать легкий вход, то есть чтобы еще легче люди могли обучаться у нас и получать все вот эти привилегии, плюшки и так далее. Да, есть еще вариант годовой подписки. Да, это вообще топ, конечно. Это там экономия практически 15 тысяч. А что за подписка на полгода туда входит? Подписка на полгода, да, это вариант клуба мастеров. То есть это то же самое, что клуб мастеров, но с... Но на полгода. Но на полгода, вот все, да. В Польшу возможна доставка? Ир. В Польшу возможна доставка, но там немного придется переплатить за доставку, потому что... Другая страна, там другие весовые... Весовые категории. Ну, там немного рублей, 200 доплатите, и все. А вы не обесцениваете свою школу? Вот, если честно, таким образом, наверное, обесцениваем. Вот, но, скажем, сама индустрия... Да, во-первых, это ограниченное предложение. Ну, я точно знаю то, что немного людей об этом узнают, и точно знаю то, что об этом узнают именно те люди, которые я хочу, чтобы об этом узнали. То есть меня не интересует там... чтобы все подряд покупали. Я конкретно говорю для участников марафона. Вот. Вот. И еще такой момент. Мехенди – это не супер-мега популярная вещь. В этом есть свои преимущества и свои недостатки. Вот. Недостатки в том, что на этом много не заработаешь. Это я вам сразу говорю. То есть, но, тем не менее, если вы станете крутым мастером, то заработать можно. Вот, от 30 тысяч рублей даже можно зарабатывать. Хочу у кого подробнее об этом можно узнать. Смотрите. Вот такие вопросы. Сразу отвечу. Мы выложим пост со ссылкой и со всеми вариантами, которые я сегодня перечислил. Вот. Поэтому ждите. Еще сделаем дополнительную рассылку, наверное. ВКонтакте точно сделаем, чтобы никто не упустил. Вот, в Инстаграме будет сторис и пост. Что еще не сказал? Ваши вопросы. Задавайте вопросы. В чем отличие годовой подписки ежемесячной?
А в чем отличие годовой подписки и ежемесячной? Вот меня Ира спрашивает. Годовая подписка и ежемесячная. Разница только в том, что в ежемесячной подписке вы получаете раз в два месяца материалы, а в годовой подписке всего лишь один раз. Все остальное то же самое, только еще в годовой подписке доступ на год. Да, ко всем вот этим благам доступ на год. Кстати, заказывал у вас хну, она нереально. Спасибо. Кино вам большое. PS check domain. Что бы это ни значило, спасибо. А еще что лучше взять, годовую подписку или базовый курс? Что лучше взять, годовую подписку или базовый курс? Ира умирающим голосом мне подсказывает. Базовый курс для тех, кто хочет, ну, скажем, только первую ступень пройти и вообще понять, а надо ли это ему, а хочет ли он все-таки развиваться в Мехенди. Ну и, соответственно, получить результат, то есть там научиться рисовать в Мехенди, в принципе, да, и реализовать проект свой первый. Я бы так сказала, что годовая подписка для тех, кто очень серьезно настроен и точно знает, что он надолго в этом искусстве. Вот, годовая подписка – это уже более для тех, кто более серьезно настроен, хочет развиваться, то есть это прям серьезное намерение развиваться в Мехенди как мастер. То есть вот я хочу узнать об этом все, я хочу на этом зарабатывать, я хочу стать крутым мастером. Вот, в принципе, такое намерение, это и есть про годовую подписку. И на самом деле нам очень радостно, что в последнее время много людей начали интересоваться ей и брать ее. То есть там у нас никогда такого не было. Как сейчас. Годовая подписка прям хорошо. Люди, они видят то, что все вот эти вот блага нереальные, то есть и люди, которые у нас обучались, они дают честную обратную связь о том, как есть. Какие, если у вас какие-то вопросы, задавайте их сейчас. Если нет вопросов, то мы завершаем и начинаем писать посты, скидывать ссылки, делать рассылки, чтобы вы получили это предложение как можно скорее. А если я рисую Мехенди акрилом, хной по телу, рисовать не планирую, но очень нравится, как обучает Ирина, и очень хочется ботаника. Задание у вас принимается только хной, мне нереально попасть на курс. Ну, а с чем связано, с тем, что вы не планируете рисовать хной по телу? Может, откуда вы знаете? Может, вы попробуете, вам так понравится. Вот, но я понял вас, ваш вопрос. Наверное, напишите индивидуально Ирине в личку. По этому вопросу пообщайтесь, она вам лучше подскажет. Потому что, наверное, тогда обучение у нас пока что вам не подойдет. Так, ну в Инстаграме нету вопросов. Отличный Инстаграм. Ставьте лайки, если вам понравилась эта трансляция. Насколько я был полезен сегодня, насколько я подробно рассказывал про наши курсы, про то, что у нас есть, про клуб мастеров. Комментировал Ирину. Спасибо большое. Лайки. Супер. Супер. И вам спасибо, вы замечательные слушатели, мне очень приятно было вещать сегодня. Я очень давно не вел никакие эфиры, и это заряжает. Тебе понравилось? Мы вас любим, вы у нас лучшие. О, как это приятно на самом деле. Все, теперь ты будешь вести эфир. Да, да ты что? Ладно, все, спасибо, всем пока. Рад был с вами со всеми пообщаться. Пока.
кошки, которые...